Здравствуйте, друзья! Вот я вышел поснимать своей новой камерой в солнечный день. Тут надо сказать, что в ней невероятно много всяких фишек. В частности, вот есть там от ветра. Сейчас, кстати, ветер сильный. Вы видите, по веточкам, видите, они болтаются. Сейчас довольно сильный ветер. Есть какие-то эффекты. Я кое-чего там отменил, кое-чего поставил. В частности, вот не должно сейчас на краях так загибаться, как раньше. Снимаю я сейчас не на 4K, а снимаю я 1080, но уже на 60 кадров в секунду, а не 30, как вчера. Ну вот, мне кажется, должно более-менее нормально все это сформироваться. Хотя, надо сказать, что вот так солнечно, что то, что на экранчике у меня сзади, я не очень вижу. И у меня еще нет никакой ручки. Я жду, когда подойдет переходничок один, адаптер, как у нас говорят. Вот, адаптер. И с помощью этого адаптера я смогу крепить к рукоятке. Вы скажете, а что это у тебя, Миша, тут какой-то ящик с тряпьем? А это люди у нас окна моют. Давайте мы, может быть, зайдем, посмотрим. Так. Ну, не знаю, сейчас найдем кого-нибудь. Вот, слышите, шкрябается что-то. Вот. Эй! Вот они. I'm making video. Sorry? Making video. Oh, thank you. Да, вот он. Да, ведь он еще даже и поблагодарил, говорит, спасибо, говорит. Вежливые люди, ветер, друзья, ветер. Не знаю, чувствуете ли вы чего-нибудь, а я чувствую. Так что я немножко, можно сказать, сотрясаю камеру. Но там есть электронная стабилизация, которая включена. И уж не знаю там, чего она даст, чего не даст. Сейчас я в беседочку зайду. О, тут тень, хотя бы тенечек. Я хоть гляну, что тут у нас в этом тенечке. Вот ребята моют дом, у них тут лестницы. Да. Вот вы видите наш бэк-ярд, березку ностальгическую, друзья. Это если вот вдруг ностальгия. Есть анекдот, как в Израиле там один бывший советский гражданин заходит к другому, а у того портрет Сталина на стене. И он говорит, а что, говорит, Сталин-то тебе зачем? Он говорит, ты знаешь, когда ностальгия у меня, говорит, так я на него смотрю. Вот. А у меня вот, у меня, правда, не бывает ностальгии. Но я на всякий случай держу березку. И еще у меня есть бутылка водки в холодильнике. И если вдруг что-то такое наступит, подойдет, я всегда знаю, как с этим бороться. Давайте, друзья, на эту камеру попробуем наши фирменные лимоны поснимать. Так. Лимоны. Они есть. Что сказать про лимоны, кроме того, что они есть? Они есть. Вот, пожалуйста, лимон. А вон там еще, смотрите, какие красавцы. Один красавец, другой как-то к нему примкнул. Вот. Ну что, поснимали. Пойдем проявлять нашу пленочку. И посмотрим, что получится. Пленочка – это условность, друзья. Это не на самом деле. Так. Что-то у нас тут с цветочками-то, я не понял. Они их прореживают, что ли? Или не они? А, слушайте, обрезали. Точно, я понял. А то они здесь, знаете, вдоль стенки уже вниз было, пошли. Я понял. Их таки, да, проедили. Ну, хорошо. А то, я думаю, может, приболели растения какие-то. Нет, друзья, нет. И вот, что-то забор покосился, блин. Что за жизнь такая? Все время что-то такое происходит неправильно. Вот забор. Он же не должен так быть. Он должен быть вот тут. А, вот эта трещина, вы видите, друзья. Треснула. Вообще свинство. Забор-то совсем новый, на самом деле. Ладно. Будем принимать меры, товарищи. Будем принимать строгие меры по починке забора. Видите, друзья, как в Америке-то тяжело. Забор покосился. Как трудно
жить при развитом капитализме, переходящем в империализм. Счастливо, друзья!